В Бобруйске отметят День танкиста. Праздник развернется в Киселевичах. Возложение пройдет в субботу у мемориала боевой славы в честь танкистов днепропетровцев. Начало в 12 часов. В программе концерт, площадка учреждений здравоохранения, аквагрим, лазертаг и катание на лошадях. Для самых маленьких будет работать городок и батут. День танковых войск в Беларуси в этом году отметят 13 сентября.